золотая душа возникла в 2004 году. Все эти годы животные прибавлялись понемногу. Кого-то находили во врагах, кого-то подбрасывали, кого-то доставали самые из ям, из канализационных люков. Лохматая душа росла постепенно. Очень много малышей подбрасывали по ночам в коробках, невзирая дождь, снег, мороз. Иногда мы находили коробку с замерзшими малышами. Эти смерти на их совести. Но по-прежнему все эти годы продолжается подбрасывание. По-прежнему привязывают к заборам, к деревьям. Завели собачку. Стерилизовать лень. А ненужный помет нежеланный бросим соседу в огород. Вот так возникла лохматая душа. Полтора года назад приют разросся так, что возник вопрос о переезде. Разумеется, к этому приложили руку и доброжелатели. Люди, ночами подбрасывающие щенят и котят под наш забор, сами же начали писать жалобы на то, что животные мешают жить. Я прекрасно это понимаю, потому что иметь в центре города животных – это ад. Не только для окружающих, но и для меня. Как бы я ни любила животных, иногда просто хочется спокойно уснуть. Бросить их я не могла. И если ты один раз откликнулся, ты уже не сможешь отказать. Ты будешь готов принимать, помогать, участвовать и всеми силами пристроить. К сожалению, это трудно. Это безумно трудно, особенно у нас в России, где нет защиты для бездомных животных, где процветает живодерство. И мы не должны закрывать на это глаза и не должны уходить в сторону. Как часто я слышу слова: «Ой, я не могу на это смотреть! Ой, не показывайте мне то фото!» Но от того, что вы отвернулись, это фото не исчезнет, и боль животного не пройдет. Мы должны это понимать, потому что мы люди, мы в ответе за тех, кого приручили. Мы обязаны хоть как-то заботиться о них. Ведь это мы их плодим, а наигравшись выбрасываем. А они живые. Живые, ребята. По решению суда наш приют должны были вывести на живодерню. Нам дали полгода срок. Причем просто поставили нас в известность и все. Не имея поддержки государства, не имея поддержки спонсоров, никого. Имея поддержку только наших бабушек, низкий им поклон, мы начали пытаться что-то делать. И в конце концов откликнулись люди. Мы переехали под Чехов. Строительство и переезд продлились больше года. Мы спешили, спешили, друзья. И это чудо, что мы смогли переехать. Ребята, как вы понимаете, начинать в голом поле, под напряжением, под прессингом, это очень тяжелое состояние. И я благодарю вас за то, что в тот миг вы нас поддержали. Поддержали так, что появились силы что-то решать, кружить, делать. Я даже сама не ожидала, что люди так откликнутся. Честно вам признаюсь, я была в тот момент почти раздавлена. Раздавлена, потому что животные, они ведь не виноваты в наших проблемах. А проблемы в те дни, когда был суд, когда доставали проверки, когда каждый день приходили судебные исполнители, это было страшно. И когда мы начали, как говорится, забили первый гвоздь, вы себе не представляете, я просто ожила. Я полгода не была дома. И только через полгода мне удалось съездить первый раз и начать перевозить животных. Полгода мы просто делали. Делали, добивались, заключали договора. Друзья, это было очень трудно. И я искренне благодарю вас за поддержку. За то, что вы были, есть, остаетесь с нами. Спасибо вам. Знаете, когда мы перевезли первых 300 собак, наверное, тогда я поверила, что все получится. Трудно было безумно. Никто не учил быть строителем, никто не учил быть директором. Было одно слово – надо. И как ни странно, все получалось. Но я все равно еще раз говорю, ребят, получалось только благодаря вам, благодаря вашей поддержке и помощи.
Я никогда не устану говорить вам спасибо. Наконец наступил день, когда мы вывезли почти всех. В грязях остались только инвалиды и послеоперационные животные. Остальные здесь. Мы строили быстро, бешеными темпами, как могли, потому что нас подгоняли судебные исполнители и решения суда. Отдать моих малышей, отдать моих детей, пусть ушастых, но детей, на смерть и в живодернин, в тюрбунах. Нет, ребята, я бы, наверное, легла тогда рядом с ними. Не знаю, как кому, а для меня собаки – это дети. Я действительно их люблю. И ради них я не замечаю, когда трудно, я не замечаю, что замерзаю. Я не замечаю, что я устала, пока не дошла до подушки. Знаете, у нас в приюте очень много боли, потому что мы часто-часто подбираем больных, избитых, отравленных, искалеченных животных. Да, боли очень много. Но самое главное – это не заострять на ней внимание, а сразу ставить себе цель спасти, помочь, облегчить. Возможно, поэтому у нас получается. О приюте я могу говорить бесконечно. Просто бесконечно, потому что мне это приятно, мне это нравится. Я люблю рассказывать о нас. Я не люблю просить помощи, но это необходимость. И это режет, это просто режет душу. Просить очень трудно, друзья. Но перевалив какой-то рубеж, ты понимаешь, ты же просишь не для себя. И вроде становится легче, и тем не менее тяжело, потому что не все понимают. Знаете, здесь подходит поговорка, что сытый голодного не разумеет. И это правда, друзья. Кому сыто, сидящему в тепле возле телевизора, захочется вспомнить о том, что какой-то там бездомный пес лежит в мокрой будке голодный. Правда? Или, как люди говорят, это не мои проблемы. У нас очень страшный с вами мир, разделен на какие-то куски. Не понимаю, вроде бы все рождены людьми. Почему же такое разделение сознания? Почему это происходит? В какой момент именно мы перестаем быть людьми и становимся бездушными, равнодушными? И это чуть ли не половина нашего населения страны. А другая половина, другая пытается уравновесить весы между добром и злом. Я не знаю, на какой стороне мы, потому что у нас боли много, страданий много, добра тоже много. Друзья, этот ролик, он чтобы показать, что у нас происходит. Что у нас было, как мы начинали, как живем сейчас и что нас ожидает. Хочется верить, что ожидает нас светлое будущее. Без веры, конечно, жить нельзя. И я верю. Я верю, что однажды все проблемы закончатся. И хочется верить, что эти проблемы закончатся при жизни. Сейчас я хотела бы объяснить вам ситуацию, что происходит у нас в приюте. Уже третий месяц мы сидим в очень жестких тисках, голодными. Голодными в том смысле, что мы едва-едва перебиваемся. У нас огромное количество подписчиков. К сожалению, помогают немного. А вот если бы махнуть волшебной палочкой и включить автоплатеж всем, без исключения, на 100 рублей, то и не было бы горьких слов, не было бы этих криков и воплей «помогите», потому что мы могли бы собирать на корм, не напрягаясь, не нервничая. Это о корме. К сожалению, я не вижу пока другого выхода. А значит, в ближайшее время вас все равно ждут мои ролики с криками, с просьбами о помощи. Как вы понимаете, тяга к своему углу есть у каждого из нас. Бездомные животные бесправны в нашей стране. Им необходим свой угол. Настоящий свой угол, не зависящий ни от каких настроений, ни от каких проблем. Приют и фонд, они едины, и земля принадлежит только им. Документы оформлены на фонд. Никто и никогда не посмеет отобрать землю у фонда бездомных животных. Земля пожизненно будет принадлежать бездомным животным. Это единственное, о чем я вас сейчас прошу, чтобы вы нам помогли. Ребята, давайте подарим ушастым нашим уголок защиты. Именно их уголок защиты. Для кого-то этот уголок станет пожизненным домом. Кому-то удастся уехать и найти счастье.
Мои хорошие, мамины. Да, присаживаться нельзя, нет. Нельзя присаживаться, да? Солнышко, мамина. Хорошая мамина. Красивые мамины дети. Тарзанчик, ты где? Привет. Привет, 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 солнышко. Тарзан. Иди сюда, солнышко мое, Тарзанчик. Иди сюда, моя хорошая. Тихо, тихо, ты совсем меня съел. Ты моя зайка. Ты мой красивый. Мамин зайчик. Тарзан. Маленький мой. Хороший мой, хороший. Все, соскучились. А, ребят, мамины, мамины. Мамины, мамины, мамины. Мои красивые, мои хорошие. Сейчас песочка насыпет. Да, песочка насыпет. Все, 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 красивые мои. Дайте я встану. Дети, дети. Да. Ты мой красивый. Все, 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 все. Они хотят домой. Они очень-очень хотят домой. Друзья, малыши очень хотят домой. Я прошу вас. Давайте поищем их семьи все вместе. Они не виноваты, что родились бездомными. Им нужен дом, им нужна семья. Им нужны условия хоть чуть-чуть получше того, что мы имеем. Потому что это сейчас лето, а впереди, ребята, зима. Ребята, нам не только надо их накормить, нам надо их еще и согреть, и защитить, и закрыть от дождя, от холода. Я прошу вас, присоединяйтесь к нам. Присоединяйтесь, лохматая душа ждет вас. Вашу поддержку, вашу дружбу. Вы нам необходимы, друзья. Я желаю всей душой, всем сердцем. Просто вам радости и добра. Собака в доме – это счастье. Что бы там ни говорили. Да, это проблемы, да, это иногда боль и слезы. Но, ребят, собака – это друг, это ребенок, которого, если вы в один раз возьмете, вы уже никогда больше не сможете жить без собаки. Просто не сможете. По попе дам, кого обидели? Anywhere you go.